Это я курам дал зерно смесь, даю, готовлю. И сало такое продается здесь, вкусное. И они от меня не отходят, как собачки. Вот они грустно налетели, хай-сексы. Хорошие курочки, как собаки, идешь, они вокруг тебя кружатся. И с удовольствием едят там колбасу с зерном, корм кошачий, собачий, белок. Чуют, нюх у них отличный. Это стала в сторонке, нашла кусок сала, клюет. Они тут оккупировали все. И гусиное помещение, и свое. Вот такие курочки хорошие. Были все голые. С птицефабрики привезли из Гродненской. Но яйценоскость у них, конечно, они уже себя окупили за лето. Вполне. Я отдавал за 11 штук с привозом 100 белорусских рублей. Ну, грубо говоря, 30 долларов. Они уже яиц нанесли больше 40 десятков. Уже в плюс давно работают. Не считая корма, вернее, с учетом корма, потому что корм и гусиные они едят, любое. И хлеб, все, что хочешь. Все, что даст, что едят. Зелень, кабачки. Куры вообще понравились мне.